по работе с одаренными детьми. Мы с нашей школы очень благодарны за такой нужный подарок. Мы считаем, что необходимо использовать технические средства не только на уроках, но и на внеурочной деятельности, при подготовке к конкурсам, олимпиадам, защите творческих проектов детей, тем более в наше время, если речь идет о дистанционном обучении. Также в рамках проекта нашей школы «Цифровая образовательная среда», который реализуется в нашей школе номер 2, данный подарок очень полезен, очень будет нужен, очень благодарны. Спасибо большое. Спасибо вам.